И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня распознаем, какой бесперебойник в работе экономичней, с меандром или с чистым синусом. Значит, мы взяли бесперебойник 650 с меандром, включили в него амперметр непосредственно между аккумулятором и самим бесперебойником. Включаем бесперебойник. Сейчас идет тестирование батареи. Тестировка закончилась. И у нас ток холостого хода 0,3 ампера. Подключаем нагрузку, 30-ваттную лампочку. Мы видим 2,7 ампера. Те же самые манипуляции мы проводим с АПС 620. Бесперебойник синусоидальный. Ток холостого хода 0,9 ампера. Завышенное потребление. Подключаем нагрузку. Те же самые 30 Вт. Лампочка. Включаем ее, и мы видим 3,5 ампера. То есть получается более экономичный бесперебойник – это работа на меандре. Смотрим сводную таблицу, и получается, что меандр более экономически выгоден, так как ток холостого хода и ток рабочего хода все-таки гораздо ниже, нежели синусоидальный, то, что мы видим в табличных значениях. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. И не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много интересного.